Ё-моё, проверка звука. Ставим петличечку. Ставим петличечку, так. И мы будем сейчас, как на лабораторной мышке, смотреть и проверять. Чё ты на мышке? Ладно, это наш великий и могучий звукорежиссер Дмитрий. На лабораторном котике. Котики, ну вот это уже лучше. Котик лучше, чем мышка, друзья, потому что мышка, она же какая? Она бегает туда-сюда, а котик, он еще и мяукает, друзья мои. Сегодня вечером. Сегодня вечером. Поговори, как в эфире. Я в эфире вообще не бываю, а вот наш серьезный режиссер Павел. Раз, два, три, четыре, пять. Супербок! Супер... Да, все, отлично, больше нельзя говорить. Говори, говорю, говори, говорю, говори, говори. Все, друзья, так вот, вот проверяется звук очень просто, элементарно. Кто у нас в гостях сегодня, Павел, ты знаешь? Все подряд. Все подряд. Все, кому не лень. Все, кому не лень. Бесплатно причем. А, нет, некоторые зачем. А за шоколадку? Нет, не хорошо. За натуру нет? Натура и так достанется. И так достанется. Самое, самое интересное достанется, друзья, вы знаете кому? Конечно же, сегодня вечером.